Вот теперь советская. Вот, вот смотри, сейчас показываю, как Ленин так пальцем херяк-херяк. Короче, это была одна из 20 синагог, которые существовали перед революцией. Ну, перед революцией, да, перед теми годами. В общем, это вот заводик, остатки, точнее, заводика. Это было двухэтажное деревянное здание, оно выходило мордой на улицу Карагодскую. Ну, не то, что на фотографиях, да? Не-не, то другое, я покажу, где было. То было на синагоге.